Начали. Всем привет, вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0. Меня зовут Василий Фроман. И сегодня я покажу, как вот замороженная рыба у нас есть. Как быстро разделать замороженную рыбу. Для этого нам понадобится вот такенский топорик и филейный ножик. Я вот такую кучу уже начистил. Будем мы сегодня делать рыбные котлеты, прокручивать все через мясорубку. А теперь внимание, смотрим. Есть рыбка. Раз. Отрезаем голову кошки. Ставим филейным ножичком. Обрезаем от начала до конца здесь. Обрезаем от начала до конца здесь. Так. Плавнички вот эти. Так вот ножичком. Раз. Второй плавничок. Раз. Хвостик. Чпок. Рыба. Головы нет. Вокруг. Здесь прорезано, здесь прорезано. Теперь берем филейный ножик. Подцепляем вот с этой стороны две шкуры через палец. И делаем вот таким движением. Раз. Шкуры нет. Ни чешуи, ни шкуры. С другой стороны. Обязательно не со стороны головы, а со стороны хвоста это делать. Зацепляем. Ножиком к пальцу прижимаем, чтобы она не скользила. Два. Так. Теперь филейным ножичком проходим по пузу замороженной рыбы. Рыба, напоминаю, замороженная. У меня руки аж мерзнут. Вот так вот в две стороны разгибаем. Вставляем туда пальцы. Опа! Вытаскиваем все внутренности. Убираем это кошки. Так, здесь маленько убираем чешую. А это у нас пойдет в котлетки. Раз. 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 То, что там остается внутри косточки, это не беда. Рыбу мы пропустим на 2-3 раза. Все косточки перемолятся. И будет очень шикарные вкусные котлеты. Сегодня я показывал вам, как быстро и просто разделать замороженную рыбу. На одну рыбу уходит, ну, секунд 20. Вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0. Меня зовут Василий Фроман. Под видео ставьте лайк. Всем удачи!